В очередной 13 серии сериала «Канцелярская крыса. Большой передел» начальник охраны Исаак Важаров находит в телефоне Губина секретные данные с почты КАВАК. Под пытками Губин готов признаться не только в том, что он агент Вершинина, но и в том, что работает на Медушевскую и убил Лупанова. Жаров приказывает избавиться от Губина. Ильина встречается с Жемайтисом и предлагает дать ход компромату на Медушевскую. Медушевский готов помочь Джамалу с перевозкой наркотиков. В нем он видит мощную силу, готовую бросить вызов московским ресурсам. Узнав о том, что Губина пытали, Вершинин устраивает облаву на порт.